Добрый день, дорогие друзья и гости нашего замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эйерс, я ваш риэлтор во Флориде. Друзья, мы снова находимся в пригороде Тампа-Бэй, в городе Весли-Чапел, но мы уже находимся в той части города, где все три школы рейтинга самого высокого, который вы можете найти. Очень хорошие школы. Дом, который мы сейчас вам покажем, находится в комьюнити закрытого типа. Это gated community, security есть, живой security на воротах. Также в комьюнити имеется клубхаус с большим, очень большим выбором развлечений, amenities. Мы вам попозже покажем, что это за amenities, перечислять не буду. Лучше увидеть. Давайте по цифрам дома пройдем. Дом был построен в 2015 году. Если раньше мы показывали вам новостройки, то эта часть города была построена где-то как раз-таки в этих годах. Ну, новая часть этого города. Старая и новая часть. Есть очень старая часть города, есть поновее и есть очень новая. Вот мы сейчас находимся в средней части, 2015 года застройка. Цена дома 870 тысяч. В доме 5 спален, 4 санузла. Очень большой дом, 3381 square feet, в переводе на метраж 314 квадратных метров. Высоковато, я бы сказала, HOA в месяц 449. Значит, есть за что, покажем. Видимо, есть за что, да. Чаще всего в частных домах. Такой HOA я вижу больше всего на кондо, на кондо или на таунхаусы где-то, да. На дома обычно поменьше, но здесь реально в комьюнити есть на что посмотреть. Опять-таки перечислять не буду, Юля вам все покажет. Опять-таки налог бессмысленно говорить, мы всегда говорим, в настоящий момент 9800 налог, но налог всегда перерасчитывается, опять-таки, от кадастровой цены дома в этом районе 1,7%. Что я не сказала? Из чего сделан дом? Как обычно. Можно не повторяться. Блок и второй этаж каркас, деревянный каркас. Лот очень хорошо, да, 0,17 акра. Ну, что, пройдем? Давайте посмотрим. Достаточно красиво оформлена входная зона в дом. Это называется curb appeal. И интересно, смотри, у них помидорки сидят. Проголодался. Гараж на две машины. Да, очень даже декорации на наружные стены. А посмотри, посмотри, а вот туда посмотри, там гнездо. Дверь красивая, да, оформлена, мозаика. Так, заходим. Знаешь, такие продавались лампы Тиффани. Да. Дверь под Тиффани. Здесь у нас входная зона, небольшой предбанник, но он не закрытый. Открытый, как обычно в Америке бывает. Что я вижу сразу здесь, на декорации не поскупились. На декорации не поскупились. Я не могу понять, скорее всего, это staged. То есть это не хозяйская мебель, она была привезена сюда для того, чтобы показать, как могут выглядеть комнаты. Дом просто очень большой, мне кажется, если в него зайти без мебели, вообще можно потеряться. Да, да, да. Давай сразу начнем с
комнат, которые у входа. Здесь вход в гараж. Давай посмотрим, что у нас в гараже. Все усмотреть, каждую деталь. Вот где здесь что включается. Давайте посмотрим. Вот. Гараж на две машины. Здесь тумбочка, поставить сумочку, положить ключи, когда заходишь из гаража. Это офис. Офис. Ух ты, еще и офис. Он же не считается как спальня. Я очень надеюсь, что они не посчитали. Давайте будем считать комнату. Но, в принципе, он не должен. Да. Бывает иногда, когда хитрые продавцы называют такую комнату спальней. Хотя здесь есть полный санузел, но нет гардеробной. Ты знаешь, что я думаю? Возможно, по пермитам, по каунте, опять-таки, ребята, мы будем считать все комнаты. Сколько комнат? Должно быть 5 спален. Кажется, возможно, они здесь сняли шкаф, и его можно поставить. Просто они сделали офис из этой, из этого уголка. Возможно, это одна из спален. Да. А вот, слушай, Натя, я еще хотела показать. Смотри, как здесь до конца сделано. Вот о том, о чем я говорила. Плиточкой выложено, красиво смотрится. А, я поняла, да, да, об этом. Мы уже разговаривали об этом ранее. Здесь у нас комната для гостей, living room, никто не знает. Никто не знает, как ее использовать. Курить. Курить, бамбук. Шашки играть. Шашки играть, да. Living room. Dining room, столовая. Слушай, как красиво. Очень красиво. Вау. Ой, я думала, здесь есть проход, а это как... Это стена, да. Вау. Мне нравятся люстры. Да, вообще свет везде здесь очень красивый, необычный, да, где-то они покупали. И вот эти декорации, что это такое? Это вообще-то... Картины. Картины, да. Смотри, какое решение они сделали из кладовки под лестницей. Винный уголок. Какая красота. Очень уютно. Хочется здесь жить. Ну, обычно это кладовка, да, куда можно много всего интересного поместить, засунуть. А здесь они сделали винный уголок. Проходим в гостиную. У них встроенный камин. Я уверена, это электрический. Может быть, газовый, кстати. У них газ есть на кухне, это мы потом посмотрим. Возможно, или газовый, электрический. Хорошего размера гостиная, все со вкусом. Интерьер интересный. Как все-таки классно смотреть с мебелью, да? Да. Совсем по-другому смотрится. Классно. Кухня черная. Ты знаешь, она большая и почти под потолок. Она неплохо здесь смотрится, да, кстати. Очень сильно. Да, и белая поверхность. Единственное, что когда-то я говорила про островки. Вот это как раз пример, который чуть-чуть старый вариант. То есть острова, которые одноуровневые, они как раз стали не так давно строиться, это где-то уже 2018-2019 и выше года. До этого все строилось двухуровневое. 2015 года. Но это мода была, да. Все пытаются строить в тренде. Очень хорошая кухня, большая. Кухня хорошая, большая, и мне нравится высота шкафчиков. Бытовая техника вся остается, плита газовая, вытяжка. Большая. Так, вот микроволновка, пожалуйста. Что у нас еще есть? Посудомойка. Ну, это, конечно, тоже не новое, я думаю, может быть. Я уверена, это все 2015 года. Да, вот холодильник тоже. Вот, свет выключен. Окей. Это обеденная, завтрачная зона, да? Это зона для завтрака. У нас обеденная зона, там ты забыла? Забыла. Ну, вот это у нас первый этаж. А потом вам покажем, что потом десерт мы все-таки, да, оставим напоследок. Так, лестница здесь деревянная, да? Это дерево, я вижу. Так, поднимаемся на второй этаж. Видим большую бонусную комнату. Здесь нас встречает бонусная комната. Ты права. Барные двери. Барные двери? Нет, барн дорс, амбарные двери.
Мы называем barn doors. Барные двери — это там, где пьют. Так, отделка-то, посмотрите, какая здесь. Но это не настоящий подшелкивый кирпич. Дальше куда ходим? Ты знаешь, я потерялась немножко. Давайте пройдемте мастер. Вот ковролин я бы уже заменила, честно говоря, на дерево. Они не стали заморачиваться с этим. Огромная мастер с таким видом. Я бы хотела просыпаться с таким видом. Да, вид супер. Мы вам еще внизу покажем, естественно. Очень красивый вид. И размер комнаты хорош. Проходим в ванную комнату. Здесь у нас две гардеробные. Так, вот это мне нравится. Это уже встроенные, да, встроенные, да, шкафчики. И в одном, и в одной, и в другой. Так. Это классно. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас опять вид из ванной. Посмотри. Да, вот так вот лежишь. Очень моешься, здорово. Обалдеешь. Душевая. Так, да, давай интерьер посмотрим, а то мы все в окна, да, в окна. Душевая, в хорошем состоянии, все чистенько. Но опять-таки, это все оригинал, оригинально с 2015 года. Кстати, они кое в каких комнатах поклеили обои. И я не сказала, что этот дом был когда-то модельным домом этого застройщика. Да. И я уверена, что вот дополнительные такие декорации, как обои, потом обрати внимание, деревянные перегородки на потолке. Это все было, скорее всего, дизайнерским решением застройщика, когда они декорируют дом, чтобы показать, как можно красиво сделать. Жить и сделать. Конечно, это дополнительная опция, даже боюсь представить, сколько стоило бы. Да, красивый, да. Реально. Очень красивый потолок. Кстати, здесь мы тоже не обратили внимания на потолок. Да. Стена кирпичная. Фейковая. Ну, фейковая, ну окей. Я имею в виду, что дизайнерские красиво, решения. Да, очень, да. Очень красиво. Очень, мне нравится такой вкус. Здесь мы проходим, давай, уже раз по пути. Одна из гостевых спален. Гардеробная. Тоже, видишь, как оформлена. Да. А ну давай посмотрим, что тут вид на соседей, но тоже очень красиво, соседи далеко. У-у-у. Тоже barn doors. Свежие, удобные. Хорошо. Санузел. Санузел. У-у-у. Это кварц. Плиточка интересная. Ты знаешь, видно, что материал использовался... Не дешевый. Не такой материал, что пошел в Home Depot, купил самые дешевые. Да, нет, здесь видно, что это дорогой ремонт. Постирочная с раковиной, со шкафчиками. Ух ты, это классно. Проходи, еще одна спальня. Детская. Так мы считаем спальни? Нет. Гардеробная. Ой, там ванная комната была. Да, да. Еще одна спальня. Да, я насчитала раз, два, три, четыре. То место, которое мы назвали кабинетом, это все-таки спальня. Да, пятая спальня. Вот так-то. Здесь... Смотри, гардеробная со стеклянной дверью. Необычно, необычно. Так. Хорошо. И вот еще покажем вам еще один санузел. На две спальни он как раз. Класс. А еще, знаешь, в каждой комнате свой стиль. Здесь да. Тоже ничего не получается. Да, я тоже обратила внимание. Да, хорошо, что... сказала. Так что вот такой у нас сегодня дом. Ты знаешь, Юль, а я уже сомневаюсь, если это staged. У меня такое впечатление, ну staged так не, ну все равно какие-то декорации, да, они уже в
встроенные. Да, то есть, встроенные, в принципе, может быть, вот это и мебель хозяина. Да, вот если у человека есть вкус. Почему? Это элемент такой, знаешь, город. Кстати, да, 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 да. Слушай, ну это ты знаешь, почему я подумала, что это staged? Потому что та мебель, которую обставляют дизайнеры для того, чтобы дом продался, она в основном уже такая современная, со вкусом, им нужно красиво продать дом. Но я уже сомневаюсь в этом, я думаю, это мебель хозяина. И я считаю, что это со вкусом. Посмотри на лампу, на люстру. Из, знаешь, из чего это? Это елочные игрушки, да, прозрачные, не раскрашенные. Где они это все находят? Знать бы. Слушай, ну вид шикарный, идем. Ну что ж, да, давайте пройдем, посмотрим вид с заднего дворика. Потолок высокий. Высокие двери. Наши любимые. Здесь сейчас посмотрим. Они не, там, здесь не такой же механизм, как были в других домах. Так, честно говоря, я не буду до конца раздвигать. Она раздвигается до конца. Я не совсем понимаю, что с этой сеткой делать. Ой, паутинка. Я в нее вошла. Здесь, кажется, давно никто уже, ну, не жил постоянно. Ну, да. Выходим мы на задний двор. Бассейна нет. Дом в этом комьюнити с бассейном стоил бы по-другому. 250+. Здесь, честно говоря, здесь бассейн не нужен. Вы посмотрите, оставайтесь с нами, пожалуйста, до конца, посмотрите причину, почему он вам, в принципе, особо не нужен при вашем доме, частный бассейн. Вот, например, соседи, и у них тоже нет бассейна. А у других соседей есть? Да, некоторых есть. Вот сейчас покажу. Летняя кухня. Площадочка интересная есть. Ага, летняя кухня. Что-то в этом есть, что нет стены. Мне так нравится, как будто бы... Открытое, да? Открытое пространство. Мне больше так нравится, что нет стены. Потому что здесь очень красиво. Ты любишь, наверное, соседей дразнить очень. Стены нет, и они видят, что ты готовишь, и завидуют. Да. Ну, классно, да? Ну, да. Вот такой дом как тебе, да. Юль? Мне очень понравилось. Ты бы себе такой купила? Да, купила. За такие деньги? Если бы они у меня были, да? Обязательно. Потому что для меня важны несколько факторов. Вот, например, хороший, красивый вид. Желательно на озеро. Есть. Бассейн мне не обязательно. Есть. Уже минус 250 тысяч. А что еще? А вот открытая зона для барбекю. Закрытое было вот это пространство. Есть. А, 5 комнат мне не надо. 5 комнат, да. А, минус, думаю, это высокие чаи. Я считаю, что он завышенный. Да. Он для частного дома завышен. Вот этот, наверное, единственный минус такой. Ну, пока что вот так подумать быстро, я считаю, что да. Но 5 комнат тоже многовато, но смотря какая семья. Семьи же бывают большие. 5 комнат можно, тем более одна комната используется, можно использовать как офис, используется уже. Дизайн мне очень нравится. Ну, дизайн это вообще отдельно. Да, планировка этажа мне нравится. Я все-таки люблю уже более современные острова на кухне. Но этот, в принципе, смотрится хорошо. Да, смотрится современно. Комьюнити уютное. Мы сейчас проедем и покажем клабхаус. Погнали. Погнали. Короткую
Нет, нет. Это здесь, классно. Да, здесь длительная аренда. Только ну, Юля, да? Чтоб я так жила. Ага, классно. Чтоб я так жила. Вау. Здесь получается несколько бассейнов. Бассейн для релакса. Бассейн спортивный. Вау, спортивный. И, да. И с той стороны справа покажи. Для детей. Это для детей. Горка. Для детей неглубокий бассейн с горками. Посмотри, сколько лежаков много. А, есть такая крытая зона, посмотри, тоже там, да, с компанией, своей семьей. Можно снять. Такое элитное. Да. Прям чувствуешь, ты попал в какой-то элитный рай. Не говори. И людей мало, да? Чувствуешь себя элитной персоной. Я не знаю, хорошо это или плохо, что людей мало. Это но сейчас еще... Сам живешь. Сейчас еще, смотри, здесь... Это не туристическая зона. Да. Здесь вот уже начали люди подходить. У нас середина рабочего дня, ребята. Ну, да. Они все будут в субботу-воскресенье. В субботу-воскресенье, я уверена, здесь и детворы будет. Посмотрите, кухню можно использовать, если у вас вечеринка большая, вы хотите пригласить гостей, пользовать бассейн и устроить вечеринку, использовать кухню. Также есть комната для пилатес, йога, аэробика. Тоже здорово. Друзья, спасибо большое, что вы остались с нами до конца. Юля показала, сняла вам комьюнити, все, что люди, которые живут в этом соседстве, могут использовать. На мой взгляд, это вау. Стоит того. Теперь я понимаю, почему ассоциация здесь высокая. Я надеюсь, вам обзор понравился. Ставите лайки, давайте ваши комментарии. И до скорых встреч. Пока. Пока-пока.